Когда энергия молнии падает на землю, она распространяется по поверхности земли, и тогда ночью все растения начинают светиться. И происходит удивительное свечение ночью, когда вот этих маленьких цветочков выходит сверху энергия, они становятся еще более красивыми. И во время этой интенсивной выделения энергии, вот это свечение, она притягивает себе водород. И таким образом она начинает светиться. Вот так раскрывается. И все это можно наблюдать только ночью, когда падает энергия молнии и происходит свечение. А волосы человека становятся дыбом. Вот так. И тоже начинает светиться. Происходит свечение человека. Это тоже можно наблюдать только ночью. Огромное количество зеленой массы. Все они имеют острые стрелы, от которых выходит энергия. И они создают таким образом озоновый слой. Видите эти стрелы? Они светятся ночью, как в фильме «Аватар». Вот. Если вся поверхность Земли покрыта каменным углем, изолятором молнии, то если встать, то все твои свободные радикалы перейдут к этим растениям. Вот к этим растениям. Таким образом, человек не будет уставать и всегда будет молодым. Поэтому нужно восстановить каменный уголь.